Здорово, народ. Я извиняюсь, тут звук такой, шум будет. Вкусно и точка. Вот такие пакеты. 189 рублей. Это этот, Grand Deluxe какой-то. Вот. Вот так оно выглядит. Grand просто написано. Grand. О, ядрить твою колотить, посмотрите. А? Красотень. А, ништяк. Короче, река Яуза. Я жру эту вкусная точка. Дом такой прикольный. Блин, капусточки раньше не было в этой фигне. Ништяк. Снимаю просто на телефон, так как вообще не планировал снимать. Просто я сейчас на велосипеде проехал 500 тысяч километров, проголодался, думаю, ну, мимо ехал этого вкусной точки, думаю, ну ладно, попробую. Как был обычно Макдональдс, так и остался. Обычный гамбургер был 48 рублей, сейчас 55. Голодухи пойдет. Прям много лука нахерачили. Вот еще. Лука прям дофига. Майонез простой, кетчуп. Он сочный. Обычно Макдак сухой какой-то. Короче, Биг Спешала не было, разобрали, блин. Люди, как сумасшедшие, там столько, как тараканы, блин. Он еще остался. Ну вот мой вердикт, честно скажу, вкусно. Сочно, вкусно, много лука. Я лук вообще обожаю. Пойдет. Так, мусор не выкидывай, с собой забираю. Вот так вот заточил. Правда, шумно, ну а что поделать? Вообще снимать не хотел. С вами был Юрец. Здорово, птенец. Филиная куре. Ты чё на дороге стоишь? Я тебя сейчас задавлю. Жидрик. Давай прячься, вон там паханы твои переживают. Не боится, смотри. Кто ты такой? Птичка или рыбка? Признавайся. Все, побежал, полетел. Это птенец. Глупый. Ситы зухве. Куда побежал барабашка? Иди отсюда, я не твоя мама. Вот опять ты здесь, птенчик. Иди отсюда, я не твоя мама. Черешню хаваю. Иду по лесу, типа. Вон, птенчик прыгает. Вась. Поскакал.
Тут на елках черешня растет офигенная. Да, крупная. Ништяк. Матушка роща кормит. Крапива долбаная. Во сколько надоил. В крапиве тоже, короче, растет. На, собака. Почикал я тебя. И, блин, мне интересно. Я ее в детстве палкой лупил, и мне было весело. Ну-ка. Ништяк.